До нашої студії завітали гості, які вже анонсували у минулих ефірах свій фотопроект. Рада їх знову представити. Каріна Миргородська, автор ідей, сценарію та головної ролі, і Олена Борисевич, фотограф фотопроекту. Вітаємо вас в нашій студії. Що, дівчата, анонсували фотопроект, який був присвячений до Дня пам'яті героїв та учасників Другої світової війни. Головна тематика була показати, що кохання, воно, не дивлячись ні на що, може проходити у будь-які часи, у будь-які епохи. Нарешті фотопроект завершено, створено вже фінальну роботу. Які у вас від нього враження? Ну, во-первых, фотопроект получился действительно масштабным. Масштабным не только по сценарию, когда он 2-3 апреля был написан, масштабность была уже видна на бумаге, но масштабным, наверное, по всему, по количеству участников, по количеству кадров, сделанных изначально, исходников, по количеству локаций, по времени съемки, как для фотопроекта. Ну вот это была больше, наверное, масштабность в стиле чувств, которые испытывали наши главные герои, и которые, я очень надеюсь, проникнут в души наших зрителей, и они им мало того, что понравится, они почувствуют, поймут, постараются хотя бы на минуточку задуматься о той трагичности, судьбе вот тех молодых людей, которые отдали свою жизнь в борьбе за мир, и которые ждали, трепетно ждали возвращения своих любимых, ждали до конца. А ось які у вас враження від того, що ви не тільки просто переглядали всю цю історію, ви дивилися через об'єктив, а потім ще й обирали, які ж фото війдуть до фотопроекту? Мені кажется, я не просто фотографировала и старалась запечатлеть эти чувства, мне кажется, я их пережила вместе с героями. Они это все прониклись этим и пережили, и я вместе с ними переживала каждый эпизод. И порой было сложно, потому что слеза так накатывается, я так надо фотографировать. Вот, ну, это действительно очень сильно. Я не знаю, как, насколько получилось передать эти чувства, но то, что все мы прониклись этим, это точно. Червоною ниточкою по всей истории пройшла поэзия Асадова «Я могу тебя очень ждать». І хотілося б зараз показати нашим телеглядачам, яким може бути кохання наперекір усьому і наперекір долі. Очень ждать. Долго-долго и верно-верно. И ночами могу не спать. Год и два, и всю жизнь, наверное. Но с листочки календаря облетят, как листва у сада. Только знать бы, что все не зря, что тебе это вправду надо. Чащобам и перелазам, по пескам, без дорог почти, по горам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу. Все пройду, никого не горя, одолея любые тревоги, только знать бы, что все не зря, что потом не предашь дороги. Що ж, дівчата, дійсно непідільні емоції викликає перегляд фотопроекту. Хотілося б дізнатися, що ви відчували, ось, наприклад, ви, Каріна, коли ви дійсно це все переживали, наче головна героїня, яка втратила своє кохання. Вы знаете, у нас было настолько много эпизодов, и настолько был интересный сюжет и развитие сюжета, что, конечно, после каждого, стараясь проникнуться, стараясь понять, до этого, может, читая какие-то истории любви, истории тех вот медсестер, действительно, которые спасали людей, читая, например, письма и воспоминания этих молодых людей, вот
очень хотелось постараться передать действительно вот то ощущение, вот ту боль потери, вот ту радость встречи. Например, когда мы снимали вот эпизод в встрече поезда, мы включали вот День Победы. День Победы, потому что вот для меня вот эта песня, она настолько вызывает мурашки, и вот действительно слезы, мне сразу вспоминается, что именно во время этой песни в основном показываются ветеранов с огромным количеством медалей на груди, которые не просто вот там куплены на где-то вот на барахолках, а вот ты понимаешь, что каждая медаль, она заработана за что-то. И вот хотелось бы вот этим именно проектом сказать большущее спасибо вот этим людям, которые внесли настолько свой вклад в наше существование сегодня. Старались вжиться в образы. Конечно, помогала атмосфера аутентичности, например, тех же костюмов, которые мы старались подобрать максимально. Старались, если это были кадры сцен боя, старались тоже делать все по максимуму. То есть на нас, конечно, не летели снаряды, как летели тогда на тех людей, но на нас летела действительно земля с множеством количеством дублей, с переснятых, которые нужно было переснять, как считала наш фотограф, с тем дымом, который пёк глаза. Но вот, наверное, именно вот такие неподдельные, как бы не нафотошопленные эффекты, наверное, дали в результате вот ту глубину, которую сейчас мы видим на экране. Дійсно, видовище яскраве. Хотілося б дізнатися, з якими, можливо, проблемами чи курйозами ви зіткнулись під час роботи над фотопроектом. Можливо, щось пішло не так? Курйозів, по-моєму, у нас серйозних особо не було. Да? Була опаска погоди, переменчивості погоди, і ми, в принципі, підстроїлись під погоду, ми прийшли за кілька днів, посмотрели, яке буде сонце на місце локації, який буде світ, як з цим світом працювати, як це все построїти. І коли ми прийшли, тут різко потеплело, ушли облачка, сонце ярке, жорсткі тіні, і ми розуміємо, що працювати потрібно зовсім по-другому. Вот, но в принципе мы подстроились, быстро справились. Вот основная сложность была в постановке большого количества людей, потому что когда много людей в кадре, но при этом хочется, чтобы все выглядело живо, чтобы не было жесткой постановки, да, приходилось, я придумала такую, была такая идея, вернее, я задавала им какие-то ситуации, говорю, вот вы должны стать здесь, вы проходите отсюда туда, и между собой взаимодействуете, и уже смотрела, вот как они между собой взаимодействуют, и пыталась это все ловить и как-то построить правильно. Иной раз, смотря в объектив на то, что получалось вроде бы все красиво, смотришь, ну, чуть-чуть нужно поправить. И большое спасибо вообще всем нашим героям за их терпение, за их старания, потому что они тоже проживали это все, вот эти все эмоции, эти все чувства, особенно встреча поезда, когда девчонки кричали своим ребятам, что мы вас дождались, они выбегали радостные, дети обнимали, целовали, то есть это было настолько все трогательно, настолько красиво. Вот. Большое спасибо Сергею Сергееву, фотошкола-репортер, за его помощь и ассистирование со светом. Он очень сильно поддержал, потому что для меня это был такой первый проект масштабный. Я как бы считаю себя начинающим фотографом. Когда я ему позвонила, говорю, я волнуюсь, я переживаю, если ты будешь рядом, мне будет спокойнее. Он пришел с большим отражателем и помогал. Это было очень здорово. И большое спасибо вообще всем мастерам фотографии, у которых я училась, потому что все поддерживали, все писали, звонили, спрашивали, будут вопросы, обращайтесь. Вот. Ну, поэтому, в принципе, было легко. Я знаю, що ще однією особливістю вашого фотопроекту є ваше перевтілення, Каріно, з молодою юною дівчиною у літню поважну даму. Пропоную нашим телеглядачам переглянути, як ви пройшли через усі епохи. Ожидание. В нем может пройти вся жизнь. Пронестись, как скоростной поезд, перелистывая странички жизни одна за другой, меняя окружающих людей, меняя времена
повіяє нами. На вожиданні можна застить. Застить, навіки оставив своє серце там, де однажды ми прятались в тіні, укриваясь от сонця листя березі. Переглядаючи вже фінальні кадри фотофільму, дійсно розумієш, що таке справжнє кохання, що таке вічне кохання. Дівчата, задавали вам це питання минулого разу, але тепер, переживши всю цю історію, переживши всі ці непіддільні емоції, хотілося б у вас запитати, чи існує взагалі вічне кохання і чи можливо ось так чекати? Ну, звісно, якщо б це було невозможно, мабуть, нас би не було. Вот. Истинная любовь, она приходит, наверное, все-таки один раз в жизни. Вот. И если это чувство поддерживать, и если принимать человека таким, как он есть, не стараться его изменить, если проживать с человеком все его чувства, всю его жизнь вместе, разделяя это все, то, конечно, да. Ну вот ожидания, которые мы показали, оно же не просто возникает просто так. То есть на нем написано столько много поэм, проз, маленьких стихотворений, больших работ. Ожидание – это вот то чувство, которое переживает наша героиня, то чувство, которое она несет как бы посыл всем остальным поколениям, что так ждать можно. Так ждать нужно, что нужно ждать, что нужно надеяться, что нужно любить и нужно верить. И вот эта вера и любовь, есть это ожидание. Ожидание, может быть, своего человека и ожидание вот той настоящей любви, которую мы постарались показать в нашем фотофильме. Дякуємо вам, дівчата, за таку грандіозну роботу. Сподіваємось, що зовсім скоро наші телеглядачі зможуть побачити на фотовиставці вашу роботу. В соцмережах вони можуть переглянути фотофільм у повному обсязі, тому що ми зараз демонстрували лише невеличкі елементи, невеличкі фрагменти. Дякуємо нашим гостям.